Я очень люблю перцы, особенно сладкие перцы. Выращиваю их в открытом грунте, и поэтому, поскольку я их очень люблю, каждый год возникают проблемы с отбором сортов для выращивания на этот сезон, поскольку хочется всегда побольше посадить, но места на всех не хватает частенько. И вот после долгих колебаний и консультаций с разными специалистами, с друзьями, я окончательно отобрал те сорта, которые буду выращивать в этом сезоне. Это прежде всего у меня те сорта, которые я уже выращивал, это проверенные. Они будут основой для моего урожая перцев. Я, во всяком случае, так надеюсь. Обычно так я делаю. Но я их кратко перечислю. Это перцы призмовидные. Это красные. Такие довольно крупненькие перцы, очень вкусные и довольно урожайные. Желтые перцы гладиатор. Это желтые перцы, тоже очень вкусные, тоже неплохо растут. Перцы бивень, это тоже красные перцы, они, пожалуй, покрупнее, еще немножечко перечисленных. И что интересно, они растут, скажем так, наоборот, снизу вверх, острым кончиком кверху, поэтому бивень называются. Тоже довольно урожайные, вкусные перцы. И, конечно, мой любимый перец – это сорт купец. Купец я выращиваю уже несколько лет, очень его люблю. Он хоть не такой крупный, но всегда урожайный в любую погоду. Довольно толстостенный, сладкий и очень вкусный. Очень люблю этот перец. И вот эти вот четыре сорта – это будет основа моих перцев. Про все эти сорта у меня есть отдельные ролики. Кто более подробно интересуется, может посмотреть. Дальше. Вот этот вот интересный перчик – это мне подарила моя знакомая подруга-огородница. Это китайские семена. Она где-то приобрела их, там специальная точка у нас есть, где их продают. И вот эти семена она купила. Что нас удивило, мы долго с ней рассматривали, удивило, в пакетике было их очень много. 20 грамм, если я не ошибаюсь, это очень много, большое количество. И вот, поскольку их там столько много, она мне тоже предложила немножечко попробовать вырастить. Я не отказался, тоже и она попробует, и я попробую, посмотрим, что это вырастут за перцы из китайских семян. Вот такие перчики. Кое-что я взял из новинок. Вот, например, перец сладкий боярин. Раньше я его не выращивал, поэтому взял на пробу на этот год. Если окажется хорошим, буду выращивать его и дальше. Каждый год я некоторое количество сортов вот таким образом проверяю. Еще очень мне советовали специалисты одного магазина неплохого банановый десерт. Очень вкусный перец. По отзывам, вот такой вот он. И я не удержался, тоже взял попробовать пакетик этого перца. Но если окажется хорошим, возможно, буду выращивать его и постоянно. Вот этот перец не новый. Атлант. Он, можно сказать, что уже проверен многими огородниками. И вот мне его тоже посоветовали как очень хороший. Я давно его собирался попробовать, как-то вот мне не доводилось. И вот в этом сезоне я его буду пробовать. Что это за перец? Знаменитый Атлант. Кроме этих перцев у меня отдельно еще особнячком стоят, скажем так, это перцы жгучие. Я тоже их уже описывал. Это очень хорошие перцы, очень урожайные, очень жгучие. Это не могу сказать, какой сорт. Наверное, уже можно сказать, что это сорт народной селекции, поскольку в нашей местности эти перцы выращивают много-много-много лет и очень многие. И я очень этим сортом жгучим доволен. Менять его ни на что даже и не собираюсь. То есть это вот у меня свои семена жгучего перца. И еще у меня два вида тоже жгучих перчиков, но они полудекоративные. Это у меня красный и желтый. Эти перчики, они не крупные, они мелкие, одни красненькие, такие красивые вырастают. Они у меня в вазоне росли и в открытом грунте тоже вырастают. Очень симпатичные такие перцы. Вот красненький у меня еще остался, собранный, он сухой вот у меня. Вот такие вот перцы. Вырастает их довольно много.
Вот они даже вот в сухом виде очень такие симпатичные. То я собирался их размолоть и получить из них уже молотый перец. Но вот никак руки не доходят. Вот такие симпатичные жгучие перцы красненькие. И желтенькие такие у меня еще. Вот такой получился у меня опять списочек семян перцев. Ну, на этот сезон больше ничего корректировать я не буду. Теперь уже точно ограничусь вот этими вот сортами. Скоро уже посев. Так что надеюсь на хороший урожай перцев, моих любимых перцев.